Детское радио представляет. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 28. Шапочное знакомство. Шерлок Симофорыч, здрасте. Доброе утро, Стрелка Семеновна. Доброе? Не сказала бы. Иду сейчас на работу вдоль железной дороги, мимо пролетает электричка, а из окошка ребенок торчит. Мальчишка какой-то. А скорость такая, что сдувает с него кепку. Кепка улетает, мальчишка уезжает. Вот, безобразие. Полное безобразие. Надо найти. Мальчишку? Для начала кепку. Место, где ее сдуло, покажете? Да, ну толку-то? Ну, найдем эту кепку. Мальчишка-то все равно тю-тю уехал. А лицо я не рассмотрела. Далековато было. Да и очень быстро электричка ехала. Собирайтесь, коллега. Мы же все-таки детективы, не правда ли? Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча. Да, это то место. А вот и она, это бейсболка. Грязь какая-то налипла. Ну-ка, дайте-ка ее сюда. Интересно, интересно. Кепка как кепка, фирменная, школьная, все в таких ходят. Грязь как грязь, липкая вот только какая-то. Жевательная резинка, что ли? Это, коллега, недоеденный мармелад. Пахнет черникой. О, такой в нашей школе в буфете продают. Мой сын его обожает. В школе, говорите? Да, шеф, этот мармелад все ученики едят. И на кепку ловить бесполезно. Кто сознается-то? Разберемся. Значит, вы, Стрелка Семеновна, в школу, в буфет за мармеладом. А просить буфетчицу? Нет, купить черничного мармеладу. Поняла. Будем проводить следственный эксперимент. А вы куда? А я к зубному. Вот к чему приводят эти расследования. На одну ириску. Пока буду есть ириску, найду виновного. Ага, а теперь к зубному. Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча. Шерлок Симофорыч, докладываю. Вот, мармелад купила, взяла побольше, как ваши зубы. Мои? В полном порядке. А вот у Вероники Пчелкиной не совсем. Вот она. Вы с ней уже шапочно знакомы, то есть кепочно, если можно так выразиться. Бейсболочно. Вероника Пчелкина ехала сегодня в школу на электричке и решила голову проветрить, видимо. Высунулась из окна, бейсболку с нее и сдула. Вероника, никогда больше так не делай. И дело не в том, что кепка улетела. Категорически нельзя выглядывать из окон вагона во время движения. Это очень-очень опасно. Ну и сладкого надо есть поменьше. Иди на урок. А теперь, шеф, рассказывайте, откуда Вероника, откуда зубной врач и зачем мармелад? То, что это девочка, я понял сразу. Очень аккуратная бейсболка. Видно, что не новая, даже зашита в двух местах. Чистенькая. Но с куском мармелада было интереснее. Вероника кусала мармелад в тот момент, когда высунулась из окна. Думаю, она рукой, что держала мармеладку, пыталась удержать кепку. И мармелад прилип к ней, и вместе с ней улетел. Я догадалась! Мармелад был надкусан и... Да, я обратил внимание, что не все передние зубы на месте, судя по отпечатку на мармеладе. Вот почему вы пошли к стоматологу. Да, и я показал эту надкусанную мармеладку тому, кто знает эти зубы и знает, чьи это зубы. Школьному зубному врачу. Гениально, шеф. Вот только я не поняла. А зачем я все-таки мармелад-то покупала? Так дело-то раскрыто. Пора пить чай. Мы сегодня заслужили. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует.